В соцсетях продолжают обсуждать поведение Татьяны Васильевой, которая дала скандальное интервью Вячеславу Манучарову, разнеся в пух и прах актеров и медийных персон. Но и им есть, что ответить. Васильева жестко прошлась по многим культурным деятелям в шоу «Эмпатия Манучи». Первым ложь актрисы решил вскрыть Максим Галкин, которого та обвинила во всех смертных грехах. Юморист не только разложил вопиющее, по его мнению, поведение Васильевой по полочкам, но и посоветовал ей быть сдержанней в словах. Его позицию разделила и Мария Миронова. Оказалось, актрисе тоже неприятно коллега по сцене. «Максим, эта женщина выступала после смерти моей мамы за деньги на всех каналах. И говорила такую ложь и пургу о покойном человеке, не общавшись с ней 45 лет, не зная о ней ничего. Чего удивляться?» – высказалась Мария Миронова. Татьяна Васильева, несмотря на весьма плотный гастрольный график, находит время на общение с прессой и регулярно появляется на различных телевизионных каналах. Рассуждать актриса может о многом, о коллегах, о политической жизни, о семье. Слова знаменитости всегда остры, а где-то даже грубые, но ее это не останавливает. Сама она считает, что говорит правду, хотя большинство людей на ее слова обижаются. Например, Ксения Собчак не смогла удержаться от колкости, когда услышала «Ведьма» в свой адрес. Отметим, что Васильева сейчас почти не снимается в кино, зато активно играет в театре. Ее график расписан на несколько месяцев вперед, а сама она задалась целью купить квартиры всем внукам в центре Москвы. Зарабатывает звезда более 3 миллионов рублей в месяц, поэтому дорогие подарки наследникам делать в состоянии.